Здравствуйте, с вами канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам про породу морских свинок английский селф. Однотонный окрас шерсти, хорошо развитая мускулатура, неприхотливость в содержании и невероятно добрый характер. Все это о морских свинках английский селф. Эта порода считается одной из самых старейших и популярных сегодня среди заводчиков всего мира. Английский селф – это короткошерстная морская свинка однотонного окраса. Вот. Названия у них в разных странах разные, но вот по английским стандартам они так называются. В Германии их, например, называют однотонные. Вот. А основной какой у нее признак? Она должна быть всегда одинакового цвета везде – на голове, на крупе и на животе тоже. Вот. Селфы бывают совершенно разных окрасов, начиная с черного и заканчивая белым. Вот. У меня сейчас на руках находится кремовый английский селф. Ему 1 год, это мальчик. Английский селф имеет очаровательную внешность. У представителей породы компактное тело. Средний вес английских селфов составляет 1 кг, а средняя длина тела 30 см. Шерсть у этих свинок гладкая, приятная на ощупь, растет по направлению назад, от носа к крестцу. Длина ее обычно не превышает 3 см. Английские селфы – дружелюбные и добрые морские свинки. Они прекрасно подходят к качеству питомцев для детей. Также стоит отметить, что представители породы обожают получать ласку и внимание со стороны своего хозяина. Английские селфы – очень нежные морские свинки. Они вот добрые, спокойные, довольно тискательные. Если начинаешь гладить, то остановиться обычно не можешь. Уход за морскими свинками английский селф несложен. Прежде чем приобрести представителя породы, необходимо позаботиться о просторной клетке для питомца. Английские селфы – активные морские свинки, и им нужно много пространства для игр. Также важно не забывать ежедневно играть с питомцем вне клетки. Кроме этого, при содержании английских селфов нужно следить за тем, чтобы питание любимцев было сбалансированным. Самое главное – это создать комфортные условия проживания. Большая клетка, не менее 80 сантиметров для одной свинки или метр для двух. Обязательно должен быть большой слой опилок. Под опилками желательно насыпать наполнитель древесный по углам. Потом сено должно быть обязательно. Поилочка с водой чистой. Менять ее раз в день необходимо. 2 раза в день дается сочные овощи и фрукты, и корм накладывается, он тоже лежит обычно всегда. Специальный гранулированный корм, желательно с содержанием витамина С. Средняя продолжительность жизни морских свинок породы английский селф составляет от 6 до 9 лет. О других интересных породах вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!